Добрый день, меня зовут Григорий Алексей, я работаю экспертом-аналитиком по требованиям в сфере автоматизации процессов предприятия. Сам в городе Москве. Я выбрал диплом экономиста, чтобы быть ближе к своим пользователям-заказчикам, разговаривать с ними на одном языке, не бояться слов себестоимости, затраты и расходы. Центр специалистов знаком давно, и все их курсы очень насыщенные. Гораздо более насыщенные, чем это может показаться по краткому описанию на сайте. Уже применяю понятия из экономики. Постоянно мы попадаются в задачах, которые надо описывать, постановки, которые надо писать, требования, которые я собираю. Приходите, здесь весело, дружелюбно, добродушная атмосфера, очень преподаватели грамотные, умные, всегда отвечают на вопросы, хорошо относятся к студентам. Сам я здесь с 2010 года, уже больше 10 лет, и довольно сильные программы, которые прошел.